В Верхневилюйском техникуме продолжают противоэпидемические лечебные мероприятия. Напомним, в учебном заведении 9 студентов заразились туберкулезом от своего однокурсника. В здании техникума уже провели дезинфекцию, а сами студенты получают квалифицированную медицинскую помощь. Здесь заболел один, значит, студент. Значит, у данного пациента была открытая форма туберкулеза, и, соответственно, при близком контакте, значит, заболели вот эти вот студенты, которые с ним вместе учатся и проживают в общежитии. В настоящее время все заболевшие лица госпитализированы в противотуберкулезное учреждение и начато лечение. А все контактные лица прошли обследование, некоторые проходят обследование. Более того, они будут взяты на учет по контакту с заболевшим туберкулезом, да, и будут наблюдаться.